Ну и вот посмотрите, как все шикарно сейчас реализовали минчане. Ну и вот как Горбунов убежал просто от своих ворот и без шансов для Йолиаса Гудочика. Как прибавил ногами, как быстро, посмотрите, ушел от защитников. Как-то так еле-еле покатил уже назад. Тут Гуннер Скворцов поднаелся. Ну и другие нападающие тоже не смогли сдержать Горбунова. Защитники как-то так тикой сапой возвращались. И в итоге Роман Горбунов забрасывает свою шестую уже шайбу в этом сезоне.